Good evening, everybody. This video is going to be fully Russian spoken. In this video, I'm going to talk about how I came to the United States. I do have an English version of that video that was created a couple years ago. And I will include the link to that, although many things have changed since then. And so I'm also going to play with these three belts for extra sound. Добрый вечер. С вами снова Мария. В этом видео я вам расскажу о том, как я попала в США. Также я буду играться с этими поисками, стремежками, которые я нашла. У меня также сейчас прикреплен 3D микрофон. Я надеюсь, что, может быть, вам понравятся звуки этих ремешков. Итак, я сама из России, из центральной ее части. Это Магнитик с Москвой, но я жила не так далеко от Москвы, где-то 5 часов от Москвы, к югу Москвы. И городок назывался Липецк. Город этот не совсем не совсем большой, не совсем маленький. Население приблизительно 750 тысяч человек. И я с самого детства очень сильно увлекалась языками, особенно английским. Все привлекало, что было связано с США. Я бы сказала, что это был здоровый интерес. Я никогда не пыталась переехать в США, но всегда мечтала побывать там. Наверное, многие, как и из вас, смотрели сериал «Друзья», «Симпсоны», все эти старые фильмы, «Один дома». У меня сложилось определенное впечатление США. Мне казалось, что это очень мистическая страна, очень интересная. И у меня всегда было хорошее произношение в школе. Я решила пойти в английский. Ну, на ИНЯС. Я поступила в лингвистический университет у нас в городе. И я не получила полное образование, к сожалению, отучилась только два года, это 2,5 практически. Но никогда не получила образование, к сожалению, полного и даже незаконченного. И у меня появилась возможность поехать в США. Приехав в США, я поехала туда с подружкой. Приехав в США, нас никто не встретил в аэропорту. И мы были очень потеряны, испугались. Но, к счастью, к нам подошел какой-то дяденька. В аэропорту и сказал, что за 75 долларов он нам поможет найти работу и отвезет нас в отель. Знаю, что это звучало очень подозрительно, но у нас не было выбора, и мы поехали с ним. Он нам порекомендовал работу в другом городе, в том городе, в котором я сегодня живу. Мы поехали с Нью-Йорка в этот город. Приехав сюда, нас встретили тоже команда людей, которые помогали студентам найти работу в гостинице. И вот я и моя подружка, мы работали в горничной.
почти месяц. Она начала встречаться с парнем, с прежним, и переехала к нему. А я, к сожалению, однажды поехала на океан. На выходные здесь я повредила связки на ноге. И после этого еще сорвала себе спину. Другую кучку русских студентов, очень доброжелательно. Они меня приютили, и я жила с ними. Не могла найти работу первое время из-за моих травм. Но почему-то все равно, пока я жила, я спала на полу. Я не пытаюсь сейчас давить на жалость. У нас не было матраса, не было подушек. Было очень жарко внутри. Не было кондиционера. И мы все спали прямо на полу. Прямо на паркете. Но мне это никогда не мешало. Как бы ужасно и странно это ни звучало, я все равно